Приветик всем. Привет. Сзади моя семья там идет. Вот Маша с Димой. Так, идем сейчас гулять вышли. У нас сегодня воскресенье. 8-е, по-моему, число. Вот, и мы вот идем вышли погулять. У нас просто лето. Я в шортах. Мила в платьичке. А у меня красивое платье. Мы вышли, да, сидели полдня еще дома. Ну, мы дети на детскую площадку ходили играть с Леной. Ой, а мы потихоньку. А мы это... Стой, Мила. Смотрели фильм. Кстати, очень прикольный фильм. Ну, такой военный, да, сейчас много военных фильмов. Старое ружье мы посмотрели, интересно. И решили выйти проветриться чуть-чуть. Вот, хотели пойти там на памятник, где-то возле полей погулять. Но потом вспомнила, сегодня праздник в центре. Так что идем сейчас... Где же тормоза есть? Идем сейчас в центр, посмотрим, что там за праздник у нас. Так, людей очень много. Это здесь делали такой как бы трёдель, да, такой как бы базарчик. Вот. Ну, как бы просто немцы выходят попраздновать. То есть такое сосиски. Одну качельку такую, карусельку поставили. Пиво, сосиски вот. Скопление в основном возле пива и сосисок. Ой. Так, немцы любят отдыхать. Поехали. Людей очень много. Мила. Так, сегодня на этой сцене Маша должна была выступать, если бы захотела, да? Но она не захотела, надо было записаться, но она сказала, что она не хочет. Я записала, она сказала, я не хочу. Я ее, как бы, запись эту не подтвердила, скажем так. Поэтому Маша здесь сегодня не танцует. Хотела бы сегодня танцевать все-таки или нет? А? Не знаешь уже? А интересно, уже танцевали или нет? Мама, на баух-танц сегодня тоже еще баух-танц. Да, танец живота, да? Я не на баух-танц, я только в танце. Да, она сейчас танцует. А Яна и это сегодня везет. Знаешь, да. Почему они в танце и баух-танц? Да, они сегодня будут танцевать или уже танцевали? Я не знаю. Ну, ты не захотела, да? Стесняка моя. Я не стесняка. Так, а Дима с Милой пошли вон кататься. Мила, вон она, в веночке желтой, она вон на мотоцикле сидит. Вот. А, поехала с мальчиком каким-то. Ай, люди ходят, мешают нам. Да, вон с мальчиком. Приходит Машина группа танцевать. Маша, почему ты тоже не там? Маша. So, ich bin unter Leitung von der Wiebke Stöhner. Die steht jetzt bei Ihnen im Publikum. Die wird ein bisschen Anweisung geben. Kommt gleich nochmal hoch. Mila. So, viel Spaß euch. Kuckuck. Хочу вкусновату. Сладкую вату, а не вкусновату. Сейчас да, пойдем. Я... Сладкую. Да, хочу. А ну, Машунь, давай, вставай здесь, танцуй. Повторяй все эти движения. Yeah.
всякие продают. Сыры. Сыр, колбаска. Тут какой-то лотерея. Осторожно. Дальше. Крепс продают с нутеллой. Мусорки забитые. Улетело. Ну, а поднять после себя. Вот это оркестр какой-то. Сыграем. Маша, сыграем? Нет? Хочу утки половить. Утки. Тут какая-то машина прям раритетная. Такая вся блестит. Ничего себе. Прикольная. Маша, Зипцин. А ты можешь разные ловить, не только желтые. Да? Считает. Пойми, ловит. Рыбаки. О, Маша, как быстро. Да, что мило. Андер. Покажи, Мила. Мила, покажи. Она еще не знает. Покажи. Да. Нет. Так, все, выбрали себе. Маша хочет такую розовую. А покажи, что там у тебя. Такой, как это, кто такой? Все. Выбрали себе цацки-мацацки. Я ее. У нее тоже типа крылышки. Так, а где цукерба? Все, Мила, что это у тебя? Что это у тебя? Вкусновато. Вкусновато. А у тебя что, Маша? А у тебя что? Что у тебя? Какая? Розовая. А, у Маши розовая вата, а у Милы вкусновато. У меня вкусновато. Сахарная? А ну язык покажи. А, розовый. А ну ты свой язык покажи. Ай, розовый. Все, пошли. Мама с папой домой катят велосипеды теперь. Если бы еще нам по размеру они как раз были, было бы классно. Вот такие. Все, идем домой грилить. Сейчас будем грилить и кушать. Все, идем. Так, мы уже дома, сейчас будем уже, Дима там грилит. Сделала салатик детям, просто, ну, без лука, да, помидоры, огурцы, здесь редиска и, как она, кукурузка. Вот, и нам сделала вот такой с рукколой уже, с луком. Вот такой, как бы, потому что дети такое не сильно едят, вот такое они больше. И сейчас отвариваю там вот картошка и здесь куриная грудка, буду делать окрошку. Вот, чтобы завтра уже будем кушать окрошечку. Ну и пойдем посмотрим, что там Дима делает. Ой, фу, тут дымит. Это жирная она, да, капает и дымит? Ну, здесь-то мало углей просто, я поэтому не заливаю водой. Ой, так дымит уже. В общем, ужасно. Вот такой вот. Серьезно, сильно дымит.
Ужасно. Ужасно дымит. Серьезно, сильно ужасно. Вот, дымит. Смотри, какой дым. Ну это же мясо жарится. Так, еще. И еще, да, вот у нас еще вот такие куриные такие ляшечки замаринованные. И овощи также. Вот паприку, прям вот такой перчик, прямо так целым сделаем. Здесь потом грибочки и цукини. Это мы тоже сделаем на гриле. Фух, потом починим грильницу другую, будет. Да ты уже это я в уже прошлом говорил, но все-таки мы грилим еще на этой. Ловите его за слово, чтобы следующий гриль мы делали на новой грильнице. Так, я ухожу отсюда. Все, уходи. У тебя тут ужасно.